На календаре пятница, 4 сентября. Информационная служба продолжает эфир 7 канала. Сейчас подробнее о событиях, известных нам к этому часу. В студии Максим Малынов. Здравствуйте. Обещание выполнил глава облгосадминистрации Михаил Саакашвили. Организовал обещанную старшеклассникам экскурсию на американский эсминец «Дональд Кук». Судно прибыло в порт города для проведения совместных с украинскими моряками учений «Сибриз», но сегодня гостеприимно приняло на борт одесских старшеклассников. О важности международного сотрудничества им рассказал сам глава облгосадминистрации. Это имеет очень большое значение для украинского флота, потому что украинский военно-морской флот перебазировался в Одессу, как вы знаете, и перебазировался временно, потому что когда мы вернем Крым, то большая часть все равно вернется в Севастополь, но всегда военно-морской флот будет присутствовать и в Одессе. 13 десятиклассников во главе с Михаилом Саакашвили побывали на мостике корабля и понаблюдали за частью учений американских и украинских военных моряков. На прощание команда эсминца вручила Саакашвили подарок – фото Дональда Кука. Но презент тут же перешел в руки одесских школьников. Я никогда раньше не бывал на эсминце, и в принципе в общем и целом это выглядит очень здорово, хотя с моим ростом немножко низковато. Расскажите, какой подарок и каким образом вы сегодня принесете в школу? Ну, я принесу вот эту замечательную фотографию, это подарок от экипажа эсминца. Здесь написано, что они рады, что мы здесь побывали. Они будущее, они будут... всем здесь владеть и развивать, и все. Поэтому, когда как-то у них не было протоколя, они все время, у них был протоколь, даже остановиться, пожалуйста. Про счет детей пришлось среди дня договариваться. Ну, договорились. 8 сентября эсминец выйдет в море для проведения маневров в рамках учений, которые завершатся уже 12 сентября. Они защищали страну в самых горячих точках. 28 артиллеристов после года службы в зоне АТО вернулись домой. Героев встречали родные, коллеги и наши корреспонденты. 28 бойцов одесской механизированной бригады один за другим выходят из автобуса. Солдат Василий Тамак не сдерживает слез. Его многие побратимы больше никогда не вернутся. Нема стрельбищ. Я вернулся домой. Живый. И дай Бог, чтобы вернулись все. Не вернулись, а, конечно. Извини. Не можем. Свою семью он не видел год. Признается, самая большая отрада и надежда – это близкие люди. Запомните, всегда женки ждут дома. Хлопцы, держитесь там. Надеемся, скоро это все закончится. Мы общались по телефону с ним. Он нам звонил, когда у него было время свободное. Мы ему звонили, когда было очень сильно уже до такой степени, что ну, трудно ждать. Мы пытались, слава Богу. Артиллеристы все из Одесской области. Солдат из Белгороднестровска Сергей Кравченко из зоны боевых действий приехал не один. Боцман. Так зовут его нового друга. Боец спас щенку жизнь. Спасли его с воды, с речки вытащили зимой. Это он дочке привез. Будет дома охранять. Военные были призваны еще в третью волну мобилизации. Кроме близких, солдат встречали волонтеры и одесситы. Я хочу подякувати всем вам за то, что вам сделано. Давняки вам и вашим товарищам на сегодняшний день в этой прекрасной Одессе люди отдыхают. Несмотря на демобилизацию, некоторые после отдыха хотят вернуться в зону АТО. Ирина Стрябко, Константин Длужневский, 7 канал. Официальная избирательная кампания стартует только завтра, но уже сегодня можно отметить ряд ее особенностей. Одна из них – жесткий контроль за предвыборными и избирательным процессом, который обещает общественные организации. Об этом говорили сегодня в ходе пресс-конференции. Так, например, Одесский областной комитет избирателей Украины планирует определить своих наблюдателей на все без исключения избирательные участки Одессы. А их ни много ни мало – 350 штук. Мы объявляем набор в избирательную полицию, мы ищем 300 спартанцев, которые готовы, на самом, ну, 350, которые готовы вместе с нами в день выборов сделать все для того, чтобы процесс голосования, подсчет голосов прошел в городе Одессе максимально прозрачно и в соответствии с законодательством.
Еще одна новинка от областного комитета избирателей – это проведение мониторинга и финансирования избирательных кампаний на посты мэров Одессы и Измаила. Эти два города выбраны как одни из наиболее динамичных, значимых, и, соответственно, задача мониторинга состоит в следующем. Во-первых, мы сравним тот объем финансирования, который мы посчитаем, с теми официальными отчетами, которые будут поданы кандидатами в избирательной комиссии. Наши корреспонденты сейчас готовят к эфиру подробный репортаж об инициативах Комитета избирательной Украины. Смотрите его в наших следующих выпусках новостей. На территории родильного дома появится новое место отдыха. Там строители ведут ремонтные работы. Они создают палисадник для будущих мамочек. Закончить облагораживать территорию сотрудники роддома планируют до конца сентября. Учитывая то, что беременная женщина может находиться и длительный период времени, вынашивая ребеночка по каким-либо медицинским причинам, может долго находиться в палатах, мы решили сделать приятный уголок для беременных женщин, чтобы они могли отдыхать. Я считаю, что, конечно же, как и каждому человеку, в первую очередь беременным, очень важна природа, зелень, свежий, чистый воздух. Это очень полезно для мамы и, конечно же, я так думаю, для ребенка. На близлежащей территории установят клумбу, возле нее лужайку. Также хотят высадить розы и деревья, и даже построить пруд. К слову, за 8 месяцев этого года в роддоме стали мамами более 1700 женщин. Потасовка бабушек из-за скамейки. Одесские пенсионерки напали с кулаками на пожилого мужчину, который пытался выкопать старую лавочку у подъезда на улице Академика Королева. Свидетелями инцидента стали жители дома. Они засняли все на видеокамеру. Конфликт разгорелся между женщинами преклонного возраста, которые защищали лавочку, и теми, кто выступал за то, чтобы ее выкопать. Но я напоминаю, что сайт 7 канала подвергся хакерской атаке. Он все еще не работает. Мы приносим вам свои извинения за временное неудобство. Техническая служба телеканала работает над его восстановлением. Но пока что следить за новостями нашего канала можно на YouTube-канале, Facebook и ВКонтакте. И, конечно же, в прямом эфире. Следующий выпуск новостей в 16:00. Спасибо, что вы с нами.